сегодня сможет сделать свой небольшой маленький рекорд. Вот. А сейчас я хотел бы вам представить наших гостей, которые будут с нами проводить эту великолепную фитнес-зарядку. Кстати, скажу вам чуть более. Фитнес-зарядки у нас будут проходить до осени, до тех моментов, пока не станет прохладно. Так что я думаю, мы с вами еще увидимся, наверное, не раз. Сейчас бы я хотел дать слово лауреату международных и всероссийских фестивалей, актеру театра и кино Акулову Михаилу. Ну что же, с праздником, дорогие друзья, поздравляю всех вас, Днем физкультурника. Конечно же, в первую очередь хочу поздравить тех людей, которые делают нашу жизнь спортивной. И, конечно же, не могу отметить то, что с каждым годом в нашей стране появляется все больше и больше спортивных площадок, где каждый из нас может прийти и позаниматься спортом. Я поздравляю всех вас с этим праздником, и давайте все вместе заниматься спортом для того, чтобы будущее в нашей стране было сильным и здоровым. С праздником! С Днем физкультурника! Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на сегодняшнем нашем празднике, посвященном Дню физкультурника. Этот праздник у нас в стране отмечается с 1939 года. И я рад, что сегодня мы все вместе собрались поддержать эту хорошую спортивную традицию. Надеюсь, у всех у вас будет хорошее настроение. И, как сказал Валерий, давайте действительно поддержим нашу сборную, которая сегодня выступает в Рио. Вот. И нашим примером, да, покажем, как нужно вести здоровый образ жизни. С праздником! Ура! Ну и теперь я готов представить самого главного человека, который нам сегодня покажет, как нам нужно правильно делать зарядку. Это фитнес-тренер Марк Аврелия Ирина Меркушева. Прошу ее слово. Так, много говорить не буду. Пошире вставайте, пошире. Готовьтесь дышать глубоко. Не забудьте улыбаться, да? И поехали, все, музыку. Ощущения бодрые. Сегодня мы провели фитнес-зарядку, посвященную Дню физкультурника. Местное отделение партии «Единая Россия» организовало это мероприятие. Сегодня оно проходит во всех парках города Москвы. Вот. Эта традиция у нас в стране происходит с 1939 года, поэтому сегодняшний год мы тоже поддержали традицию вместе с нашими жителями, провели такую фитнес-зарядку. Фитнес-зарядка проходит во время проведения Олимпийских игр в Рио, поэтому мы также поддерживаем нашу сборную, вот, олимпийскую, и желаем ей успехов и побед. Но у вас сами ощущения как от зарядки? Вы ожидали, что будет сложнее, легче? Да, зарядка была интенсивная, нагрузку дали серьезные наши инструктора, поэтому очень приятно, что наши жители старались выполнять все упражнения. И, конечно, это будет традиционная зарядка. Поэтому ждем и дальше всех наших жителей в парках города Москвы.